Помощь отовсюду. Энтузиасты мастерской технопарка «Кванториум» бесплатно делают маски для врачей с помощью 3D-принтеров и лазера. Наш корреспондент побывала в их мастерской и теперь знает, как создаются средства защиты. Алина Багилова обо всем по порядку. В небольшой мастерской технопарка кипит работа. Здесь находится клуб технического творчества, где до пандемии энтузиасты занимались изготовлением дронов, 3D-принтеров и другими проектами. Сейчас ребята начали делать защитные маски для врачей. У нас имеется такая возможность использовать всю производственную мощность нашего технопарка для изготовления масок. Мы подключились и изготавливаем такие защитные экраны для нашего медицинского персонала. Напоминаю, такие защитные экраны – маску сварщика. Первыми их надели сотрудники московского ЦУМа. По мнению инженеров, такие маски помогут не дотрагиваться до лица и глаз грязными руками и защищают от брызг. В среднем за 1,5-2 часа можно изготовить одну такую маску. Дело в том, что 3D-принтер очень долго печатает эту маску на одну. На один держатель уходит примерно более 2,5 часа, и поэтому мы перешли сейчас к более упрощенному варианту маски, который тоже также, соответственно, выполняет свои функции. Защитные маски абсолютно безопасны. Сам экран изготавливается из пищевого пластика, а рамку, крепящуюся на голове, из сахарного тростника. Форму для маски вырезает лазерный луч. Остается только собрать комплектующие и довести все до финальной стадии. Такой экран защитит врача от капель, если инфицированный человек будет кашлять. А вот от мелких частиц вируса, которые могут попасть в организм с воздухом, увы, не поможет. Поэтому лучший вариант – это носить вместе и маску-экран, и обычную защитную маску. Алина Багилова, Муса Салгиреев, телеканал ННТ Махачкала.